к следующему городу. Это город Пафос. Вторичный рынок, квартиры, апартаменты класса А и Б. Стоимость за квадратный метр 2338 евро. И видим отрицательную динамику снижения минус 0,18%. Ну и переходя к апартаментам, это тоже вторичный рынок класса С, Д, Е, Ф, мы видим, что стоимость квадратного метра отличается также от класса А и Б 1743 евро за квадратный метр и показала нам динамику снижения минус 0,18%. Друзья,